остаток жизни нашей на занятия, приготовленность к вечности. Благодарю, что Ты посылаешь нам беды и напасти, Господь, для образумления. Благодарю Тебя за все. Прости нас и помилуй, выведи нас из ада, Господь, через это, чтобы мы были готовы к встрече с Тобой. Благослови, Господь, и всех моих родственников благослови, и всех, за кого я должна молиться, благослови. Как хочешь, благословляй, Господь. Я на Тебя надеюсь и не постыжусь, Господь. Храни нас в руке Твоей, да будет во всем воля Твоя. Аминь. Как вы всегда странно молитесь. Не знаешь, как сказал брат Игорь, то ли поблагодарить, то ли что-то сказать. Вы как-то выбирайте выражение, что там, на что благословить тогда или еще что-нибудь, а то на добрые дела или благослови, Господи, всех родных, там всех людей, чтобы они узнали о Тебе. Ну, что-то такое, немножко хоть какое-то воображение включите, а то мы сами начинаем тут додумывать уже. То, что хочет благословить. А то там, может, кто-то курит, пьет, насильник какой-нибудь. А мы тут благословляй, Господи. Они захватили уже эту Грецию. И теперь еллинами назывались все, кто находится под властью римлян. Вообще, что такое власть? Власть это такое интересное. Вот, допустим, сейчас у нас Якутия есть. Якутия. Да, вот в том-то и дело, что мы не знаем, потому что это не наши земли. Это земли вот этого народа, они там всегда жили, никаких границ они не проводили. Знаете, как есть такие майи племя, народность майи, у них там племена разные есть. И вот там у них такое племя есть, Яки, потому что так река там называется в Мексике, Яки. И они, когда узнали о том, что их эти белые-то все время обманывают, это было в конце 17 века еще, то у них там старейшины, договорились они, у них там старейшины правят, не один император, ничего, просто старые люди. Договорились, и один воин подошел, там земля где-то, и вот так ногой отчертил полосу. И там мексиканцы эти были уже тогда, ну не мексиканцы, а там тогда эти испанцы еще. И воины там тоже стоят с огнестрельным оружием, у них луки. И он отчертил и говорит, кто переступит эту черту, тот умрет. Вот все, кто переступит, все умрут. Вот и все, вся граница у них была вот такая, территория. С Римом это не проходило. Так, не проходило. И поэтому греки, когда попали в зависимость от римлян, они тоже все стали римлянами. Римлянами. И повезло грекам в том, что римляне взяли их богов, греческих. У них были свои там духи, как сейчас типа японцы вот, веруют в это. А они взяли греческих богов, потому что в корне мифы великие, такие статуи красивые. И они это еще больше, будем говорить, раскопировали. И всех этих богов взяли в пантеон. Там было сколько у них, там 200 может, еще взяли, у них больше 500, потом под 600 богов было. Поэтому думали, что так же точно будет все легко и с иудеями. Но вот тут оказалось необыкновенное. Никто не знает, как выглядит бог иудеев. Кому молиться-то? Там статуи стоят. Какие статуи мы поставим богу иудейскому? Никого нет. И это побудило людей, еллинов, которые уже имели тысячелетнюю историю своих богов, обратиться к иудеям. Почему? Ну, изумление, не только ненависть была, но изумление. Во-первых, сами евреи показали, как они складывали свои жизни ради того, чтобы только не поклониться богам вот этим видимым. И они говорили, наш Бог невидим, Он Бог всего неба и земли, то есть не отдельных каких-то. Но это не напугаешь еленов, у них был Зевс, который тоже Бог неба и земли. А там дальше его уже братья, сестры делились. Ну, кто не знает, это такие мифы. Поэтому можно сказать, что тут не напугать этих еленов. Но, а что другое? Ну, во-первых, нету Бога. Как они молятся Ему? Кому?
На дураков не похожи, храм великий. Какие книги у них переведенные, они же это все знали. В 200 приблизительно 80-м году до Рождества Христова были переведены, ну сколько там получается книг Ветхого Завета? Ну, наверное, 30-то книг перевели из 50. Да, ну, очень много перевели. Да, и все знали о Боге. И почему гней, так скажи мне, Помпей, Гней Помпей Великий, он когда захватил Иерусалим, кстати, там был захват Иерусалима не такой, как когда захватывал Тит и Веспасиан. Там евреи были на стороне именно римлян, они были союзниками. И поэтому евреи сделали там заговор, и в нижнюю часть города, не в храм и там цитадель, а в нижнюю часть города, то есть пол Иерусалима, заняли римляне именно с помощью иудеев. Поэтому, кстати, иудеи были у них не просто как вассально зависимые, а как союзники проходила провинция у них. Вот так. И он вошел в святая святых сразу, когда захватили храм, перебили там этих эллинов уже, греков чисто, это селевкиды были там. Перебили их, зашел в храм и вошел в святая святых. Или заглянул. Потом вышел, повернулся и говорит: странный народ иудеи, там ничего нету. Это было, конечно, там же не было уже ковчега тогда. То есть ничего не было вообще. И, ну, тут, как говорится, задумаешься. И вот мы видим, что это уже 33-й год от Рождества Христова. Уже получается больше полувека в римской зависимости находится иудея. И сам Помпей уже в возрасте был. Помпей? Да. Тогда-то? Ну, когда он заглянул-то. Ну да, у него возраст был, наверное, лет 50 ему было, то около этого. Не просто какой-то пацан. Я думаю, даже больше, наверное. Может, и побольше, да. Ну, то есть я говорю это, говорю о чем мы говорим. Говорим о том, что почему вот эта огромная машина религиозная не смогла покорить маленькую иудею. С одним невидимым Богом, его нету вообще. Но с великой историей, которая показывает людей, которые не отступили ни на йоту. Невидимым для глаз человека. То есть они не то, что нет невидимого для глаза, и они в самом понимании было. А какой еще может быть невидимый? Ну, для глаз, а какой? Ну, конечно, для глаз, брат. Ты хочешь сказать, материально невидимый? То есть нельзя было, не было подойти и посмотреть. Не было Бога самого не видно, а атрибутики-то много материальные. Целый храм, вот смысл-то в чем. Храм Богу посвящен, да и там другим храм Богу посвящен, богам посвящали. Но там только ты подходишь, статуэтки Дмитрия эти серебряные, позолоченные, там всякие костяные тебе дают уже. Покупай, это вот эти богини там, Афродиты там, Изиды, кого только не было. А здесь ты подходишь, и никто тебе ничего не дает, ничего не купить, ничего не остается. Не было этого в храме иудейском. А что было? Ты должен осознать, ты грешник или нет, ты грех совершил или нет. Сегодня грех совершил, сегодня, не знаю, так ты должен постоянно каждый день думать, совершил ты грех или нет. А зачем? Вот видишь, там блеют овечки, вон быки мычат. Ты должен пойти, и если ты согрешил, узнать у священника этот грех, насколько тянет. Ну, если маленький, там голубицу возьми, горлицу, голуби. Не голубицу, как ухо за Христа. Младенца. Ну вот так. То есть какой грех? О чем речь идет? Мы же живем как, ну, желаем. Пошли к этим богам, принесли и сказали: благодарим тебя, я там хорошо обманул там кого-то. Хорошо. То есть все это было для них совершенно безнравственно. Вся жизнь шла. И вдруг. И вот эллины эти приходят именно для того, чтобы от самого Христа услышать о своем спасении. Потому что они от других евреев не могли это услышать. Они только одно говорили: обрезывайтесь, приходите сюда к нам, переезжайте, тут живите, и тогда, ну, можно там где-то недалеко, чтобы три раза был ты обязательно в храме каждый год, и тогда ты будешь, ну, прозелитом, но еще не будешь евреем, ты никогда не станешь евреем, но ты можешь к нам присоседиться, и когда Господь придет, Мессия, Он тебя, господин их,
Он тебя тогда спасет, может, вместе с нами. То есть вот так. Хотел уточнить, вот в то время официальный язык был греческий, получается. То есть он был культурный язык или римский все-таки? Латинский. А язык греческий? А потому что они уже под игом Греции находились 300 лет. Считалось ли Греция, эллины — это греки, да? Эллин? Или это не греки? Нет, вот сейчас, где, когда говорится, эллины подошли, говорится о римлянах, просто о римлянах. Я почему и говорю, хочу сразу сказать, потому что это никому не понятно. В Испании ты живешь, на Британских островах, это все эллины. То есть это эллинизм, это не и эллины. Эллинизм и эллины сегодня, вот, который говорит, здесь это разные вещи. Да? Эллинизм — это греческость, греки, которые захватили тоже очень много. А эллины, которые говорит, или эллины, то же самое, это все, кто под властью римлян. А почему именно эллины? Я и рассказываю. Потому что римляне приняли богов эллинских. То есть нельзя сказать, что это вот подошли греки, просвещенные греки, которые имеют вот эти научения, и вот теперь они... Нет, нельзя. Это подошли люди из разных провинций Рима. Подошли. Разные они были. Там их несколько, видать, человек было и так далее. И очень интересно, я сразу предлагаю почитать и размыслить. У 18 главу, не помню, с 14 по-моему, стиха, когда Господь, или с 18-го, Господь начинает Пилату говорить об истине. И он на него сразу: что есть истина? Вроде ты откуда знаешь-то? Что есть истина? Что есть? Он даже не понимает, что перед ним истина стоит. Что, а что? Да, он говорит, что есть истина? Что? А почему? И в толковании блаженного Феофилакта там написано, что истина тогда была во всех уже странах, и в Риме тоже, она была не просто забыта, а ее почти не было. Вот так написано. Ее почти не было. Почти. Слово «почти». Почему? Был перевод все-таки 70 на греческий язык. Поэтому вот этот перевод еще держал на плаву всех этих эллинов. Потому что они, прочитав, могли сказать: а откуда такая мудрость? Это что за народ такой? Евреи? Они были это иудеи из рассеяния, ну, которые не жили в Иерусалиме. А это вот, не иудеи. Написано, из пришедших на поклонение в праздник. То есть это были некоторые эллины. То есть пришли на поклонение в праздник. Они не просто пришли, а именно в праздник, не на поклонение. Да, то есть у них было какое-то религиозное чувство. Я же про это вначале все и рассказывал. Ты не услышал? Ну, я же рассказал, что они для того, чтобы стать прозелитами, нужно было обрезание сделать и так далее. То есть они увидели что-то, вот прочитав или... Ну, скорее всего, конечно, прочитали. Без чтения слов божественных они не могли бы так себя вести. И они пришли для того, чтобы влиться в этот поток радости духовной. Вот в чем дело. А вот как... Я через руку, да, поднял? Ну, как вот отнестись вот к тому, что эллины подошли не напрямую к Господу Иисусу Христу, а вот смотрите, такое... я когда читал это местописание, меня вот всегда... как-то не обращал на это внимание, на то, что подошли вначале к Филиппу. Филипп потом и не идет сразу ко Христу. Филипп идет к Андрею. И уже только потом они, Филипп и Андрей, идут к Иисусу. Вот почему был такой порядок? В толковании написано: Андрей не берется за доклад. Так, Филипп тут. Они подходят к Филиппу. Так его, так, Филипп по смиренно мудрую и благодарю чинию говорит Андрею, как высшему себя. Андрей не берется за доклад, но решает это сам собой, не решает сам собой, но взяв с собой и Филиппа, осмеливается доложить Иисусу. Такой добрый порядок и взаимная любовь господствовали между ними. Вот так. У меня вопрос еще такой. А можно ли это сейчас вот перенести на молитву, когда человек обращается ко Христу, может быть, напрямую, или он обращается к святым, которые пребывают, к святым с Господом. То есть мы обращаем, ну как, не мы, а то есть когда мы просим: моли Бога о нас, вот так. То есть это как-то имеет значение духовное, то есть это было телесно, вот, ко Христу напрямую не обращаются, а когда мы можем обращаться в молитве вот напрямую, или мы все-таки можем попросить кого-то о нас помолиться, Божьей Матери, это вообще или это мы не связываем? Это другой события. Вообще разговор. Вообще это вопрос не об этом. А святые — это уже святые, а здесь обыкновенное дело
на проповеди, вот здесь разговор идет. Христос проповедует, и сердца коснулось не только евреев, но и Елена в концу коснулось сердца. Почему? Они увидели нечто такое странное, что еврей, проповедник, говорит о том, что и язычники могут спастись. И вот это их, конечно, заинтересовало. Как так? А этот как раз вопрос очень сильно евреев не просто настораживал, а делал сопротивление, давал сопротивление словам Христа. И они уже просто начинали обзываться на него, и до того дошли, что уже убить решили. Именно за это. Потому что он сказал, как лучше одному человеку погибнуть, нежели всем, когда был воскрешен Лазарь. То есть это дошло и до слуха язычников. Они могут, как это решить? Это же понятно, массовое будет просто поклонение Иисусу. Но так оно и начало получаться. То есть они совершенно были, вот Каиафа был 100% прав. Ну потому что такое, что кто-то... У нас просто он Виссарион сказал, что я Иисус, и за ним пошли люди. Так он не первый уже. А Христос был первый, кто сказал, что приходите. Почему Мухаммед победил исламом своим? Потому что сказал, что он прилепился, во-первых, к вере евреев, что там у них Бог единый, совершенно верно, хорошо. То есть он всех там спасает, взял историю иудейскую, называется одна из авраамических религий. Мусульманство сегодняшнее. И все, и люди потянулись за ним. Они там вообще были никакие, вообще ни читать, ни писать никто, эти арабы были. И вдруг у них свой человек, который пред Богом, и им понравилось это. И как они это вознесли? Я не знаю, тут без Бога не обошлось. Как-то. А про святых это совсем другой разговор. Когда мы молимся святым, тут не о молитве речь идет. Тут идет о проповеди. То есть они услышали это и приходят ко Христу. Просто, Христос, скажи нам, мы можем спастись? И какой путь? Задай нам путь этот. Вот. Но они этого не смогли ни спросить, ни дальше развить беседу. Почему? Христос после этого сказал, Иисус, говорит, сказал же им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Видишь, мы на том занятии все это проходили, но вот тебе не было. Слова, поэтому Господа, это, тут все, это, ну, толкование опять надо читать для тебя. Ну, или для кого, я не знаю. Где вопросы? Я это был дал как для того, чтобы нам перейти на вот это, я никак не могу прочитать до конца. Тут немного толкования. Вот, вот это, любящий душу свою, вот это, мы переходим уже. Брат, вот это мы все прошли на том занятии. Просто плохо, что тебя не было. Ты бы и не вопросов тогда не задал, просто прочитали бы и все. Вот. И я для того просто объясняю, слово Елены объяснил, чтобы было понятно вот для вот этого сегодняшнего чтения. Поэтому вот вопросы твои, они как бы... Давай ты сам подготовишь вот это вот, как молиться святым и так далее, и мы тебя на следующем занятии просто послушаем. Это тут целая тема, ты ее начинаешь воздвигать, когда она тут нам не касается нас вообще здесь. Ну никак. Как ты ее увидел здесь? Ну можно, конечно, что-то притянуть. Он говорит так, ибо если и сами вы не умрете, то для вас не будет никакой пользы. Да и всякий вообще человек, который любит настоящую жизнь и любит свою душу, то есть исполняет ее неуместные пожелания, когда угождает ей больше, чем должно, и не презирает смерти, погубит ее. Вот видишь, вот тема наша сегодняшняя. А кто ненавидит ее, то есть не служит ей и не преклоняется пред ней, тот сохранит ее в жизнь вечную. Желая показать, сколь строгое отвращение должно иметь к похотям души, сказал, кто ненавидит, ненавидит, кто ненавидит души. Тут надо определить тело и душа. Представь себе, мы же как привыкли, тело, оно плохое, а душа вроде как она, ну, христианка там, начинает говорить. Так, тут говорится, похоть души, то есть оказывается, ой-ой-ой. А было когда-то, что нету похоти души у кого-нибудь? Нет, не было. Ну, было у Адама с Евой, пока нет. Пока они не накуролесили в раю. А потом дальше все, первородный грех. И теперь человек мертвец, скотина, мертвый скот, как говорит Псалом 70, 90. Какой забыл Псалом?
Говорит, как скот я был пред тобою. Не помнишь? Как скот, говорит, я был пред тобою, мертвый. Именно это место, да? Ну да, именно это место. Если говорит нам в Ветхом Завете о том, что мы все мертвецы. Ну и 50-й псалом. Во грехах родила меня мать моя. Мать его родила. Ну а Ева в чем родила? Во грехах тоже. И пошли, и пошли. Там надо только сказать, что Господь вдунул дыхание жизни в тело человека, и человек стал душею живою. А как теперь зарождается другой-то человек? Как? Ну, он же не из персти, да? Ну, из персти! Псалом. Из персти! То есть вот зародыш, он тоже перстный. Псалом 72-й, 22-й стих. Тогда я был невеждой и не разумел, как скот был я пред тобою. Как скот, да. Игнатьевич добавляет, мертвый скот. А почему мертвый? Ефесянам 5 глава. И встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Вот. И это апостол Павел говорит о том, мы мертвы, были мертвы. Мертвы были. Мертвы. По преступлениям нашим. Вот это и говорит о том, что не было никого, не было такого, что там бывают святые мужи, там у них какой перевод такой сделали, ослабление сил души каких-то. У нас с братом Антонием, вот, который сейчас болеет, ну, сильный разговор произошел он по этому теме. Он почему-то хотел дух, душу и тело соединить в триединство. И нашел только одно место, это Серафима Саровского. Серафим Саровский действительно определяет, так и говорит, перстный дух, душа и тело. И дух животворящий от Бога. Ну, я посчитал, что правильно он сказал. Вот то, что перстное, дух, душа и тело, это относится к человеку невозрожденному. У него и дух такой же, это унылый дух называется. Дух уныния, дух небодрства, нетрезвения, дух мрачности, дух убийства и так далее. Все в этом человеке. В душе этого человека. В душе. И такая же душа мы видим. И тело, естественно, само по себе перстное. А вот когда ты имеешь Духа Божьего, это написано у Златоуста, тогда душа твоя, она имеет торжествующий, пламенеющий к Господу Дух. Вот так. То есть это очень такой, как бы, сложный вопрос. Но если мы посмотрим Слово Божье, я ему говорю, вот ты гляди сейчас, ты святых отцов там приводил, пытался там, Дух, душа там очень много, там столько, это не переслушаешь. Но ты начни Слово Божие, я говорю, со Слова Божия начни. И ты не в одном месте только, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. 5.23, да. Да, там только одно место, дух, душа и тело. И толкование стоит. Я прочитаю сейчас это место, как раз я его нашел. И вот. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Еще вот. Раз место скажи. Первое Фессалоникийцам 5.23. И толкование я тебе скажу наизусть. Толкования у меня здесь нет. У меня, я тебе наизусть скажу толкование, потому что у меня сейчас тема Игнатьевич, то, что говорит, что там у меня идут занятия. Но они, да, получаются уже как занятия, потому что когда начал Антоний, вот это, ну, что-то не так. Ну, не знаю, в чем такое. Но мы с ним договорились, вроде он меня понял. Я ему места Писания прям привел там, штук 20. И он что-то увидел и сказал, о, я понял. Там есть одно место такое интересное, написано так, что душа моя приняла дух разумения. И вот он, говорит, о, вот это да. Душа приняла дух разумения. То есть слово дух оказался к душе относящейся как будто какая-то сила еще. А толкование на этот стих говорит, что это сила Духа Святого, который дарует Духа своего человеку. То есть какую-то силу. Не себя самого он дарует, Дух Святой, а силу, потому что Дух с маленькой буквы. Я раньше, когда слушал, то есть там получался как бы некий даже диспут. Человек состоит из духа, души и тела, из души и тела. Некий. Но я сейчас просто упрощаю эту ситуацию. Я сам натуральный диспут активно был. В этом участвовал, изучал. Но дело в том, что я в этом видел. Почему-то получается, как бы делят на части. Вот дух, душа и тело. Условно говорю. Ну, из того, что я слышал. И вот начинается дух,
душа и тело, или дух, душа и тело. А вот я тут рассуждал на эту тему, и мне нашел одно мнение. Хочу сейчас им просто поделиться, не для споров, не для дискуссий. Мне оно стало близко, которое, казалось бы, всех примирит. Казалось бы. Я сейчас не буду называть автора, потому что если я сейчас его назову, я хотел бы привести цитату. Но мнение такое. Как у тела есть душа, так и дух – это некая душа души. То есть душа, дух с душой, он взаимосвязан. То есть нельзя его отделить вот как нечто отдельное. Вот. И, соответственно, если из этого я понял, если душа выходит из тела, то она выходит вместе вот с тем состоянием духа, в которое в ней присутствует. Если это духа, состояние это мертво или живо, вот с этим состоянием ты выходишь. А не то, что дух пошел в одну сторону, душа в вторую. Да, да, не в этом смысле. Ну хорошо, да, хорошее рассуждение, да. То есть это необычно. Ну вот я сейчас не буду приводить, кто сказал. Очень такой достаточно известных в определенных кругах. Дело все в том, что мне никак с этим. Мне нужно, вот Господь поставил мне рассказать. О том, вот вдунул дыхание жизни, это 7 стих, все. И теперь я начинаю рассказывать. И мне часа не хватает, чтобы сразу все дорассказать. Я вот привожу примеры, привожу. И начинаются эти диспуты. Я говорю, ну дайте мне до конца досказать. Я еще места Писания не привел. Вы уже начинаете со мной дискутировать. Я еще места Писания не привел. Я еще не рассказал, что о душе думают другие народы, как в древности думали. Что мусульманство, может, у них тоже что-то толковое есть. Не дают мне дойти. Я, сколько у меня занятий уже? Наверное, 10 занятий по душе вот уже. Определиться. Может ли душа без духа? Можно ли определиться? Нет, нельзя. Определиться с дисциплиной проведения вот этих занятий и сказать, что вот да я говорю. Я говорю, и никто не слышит. Это... И некоторые не слышат, а некоторые слышат. Вопрос. Можно? Вот ответ на вопрос, да? Я думаю, над этим надо порассуждать и позаниматься. Вот мое мнение, что нет. Дух, он присутствовать должен. Либо он мертвый, либо он живой. Но в моем понимании так, я пока не могу найти опровержение. Это все это написано в Слове Божьем. Как слово «дух» заменяет слово «душу». И всегда, когда мы говорим о душе, всегда говорим о духе. Это понятие «дух» всегда присутствует. Только святые мужи, они в этом плавали, они в этом жили. Они, как здравствуйте, вот сейчас Серафим Саровский говорит, душа и тело, что такое душа и тело? Я вот, в связи с тем, что меня на Серафима Саровского навел Антоний, я и не знал, что он такие рассуждения у него. И он рассуждает, потом брик, дух, душа и тело, там и начинает о духе, душа и теле. Вот, дух, душа и тело сейчас у Фессалоникийцам 5:23:3. Но я хочу что сказать, что не разделять вот так. Тело, душа, дух. Нет, а это случае. Может быть другой взаимодействие. Вот как, например, хочу привести пример. Когда мы говорим о теле, я всем телом, всем сердцем, вот, допустим, я человек говорит, я тебя уважаю или люблю всем своим крепостью, вот всем сердце. Своим сердцем. И что получается, что я отдельно мое тело любит, да. Отдельно сердце, да. Нет. Я как бы усиливаю свою речь, вот всей своей крепостью, всем сердцем к тебе. Всем разумением. Ну, это сейчас ты говоришь своей. О заповеди, а я говорю просто о бытовом, допустим, разговоре, когда я к человеку подошел и сказал, хочу высказать ему свое уважение, честно. Например, к человеку, да? И говорю, вот я тебя всей своей крепостью, всем своим телом, как бы... Можно не всей душой, то есть у души есть там часть души, часть моей души стремится, часть не стремится. Процент у души есть. Или вот. Ну, это может быть какое-то усиление словесное именно, вот, а не просто надо делить, вот что вот отдельно то, отдельно душа сердце. Душа просто такая субстанция, что о ней говорить мы на земле как бы не можем, потому что мы не можем это представить. А теле можем. У меня отдельно рука, руку отрезала. 8 глава, 26 стих, послание к римлянам. Мы не знаем, о чем молиться. Дух Святой воздыханиями неизреченными молится о нас. Это Святой Дух. Ну, конечно, Святой. Святой Дух, Святой. То есть даже наш Дух иногда, он просто все, ну, затормозил. Как отец этот. Верую, Господи, помоги моему неверию. Так верующий он или неверующий? Ну, иудей. Не дошел еще. И об этом говорится. Нету полноты Духа. Полноты Духа нету в человеке. Вот такое есть. Человек колеблется. И на него сатана действует и так далее. Поэтому без духа никуда не уйти. Дух, главное, чтобы не впасть в отчаяние. Если впадешь в отчаяние,
все, это задавит тебя сатана просто, и все, он твой дух не выпустит из души дальше. Ты должен пламенеть. Что такое пламенеть? Это ты должен зайти, выйти и пажить найти. Вот как должно быть. Стремительно все. Знаете, так. Как он же говорит, что дух — это настроение души. Ну, иногда да, дух — это душа просто. Да, да, ну, то есть у духа получается. Настрой души, ну, правильно, он просто сказал, чтобы мы не заходили. Вот брат вот так начинает представлять, другой начнет так. Не переслушаешь. Нет, у духа несколько значений. У слова дух несколько значений. А вот значение. Можно я пойду? Да, я дочитаю. Все, меня этот дух уже. Подожди, хватит. Давай ты подготовишь, а нам вот как Антоне потом расскажешь. Я просто не верю. Все, не надо мне. Занятия могут поставить точку над этим вещами. Никакой точки нету, никогда не будет. Сколько людей, столько мнений, особенно безбожников. Поэтому даже если я подготовился бы, я думаю, все равно я верю в то, что будут рассуждения и другие. Я только всегда говорю, прежде чем подготовиться, прочитайте все о душе и духе и о теле заодно. Все, прям вот что есть, прям и ты все места писания прочти, и которые заинтересуют тебя. Выпиши, потом посмотри толкование, а потом к Дыбунову подходи. Все, мне не надо уже ничего придумывать. Хватит. Давайте с толкованиями. А то Серафима Саровского по этому вопросу дал. Игорь, ну он же рассуждает, но у нас же... Да я ему толкование уже сказал наизусть. Он сейчас может найти толкование, вот тут набрать и все. Но он не хочет этого делать. Толкование... Ему это неинтересно. Ему нужно вот подумать, что-то там выяснить. Толкование... Ну так находи. Ты один хочешь говорить, но надо... Нет, об этом не надо, тут нету об этом ничего. Не нужно об этом. Это можно, конечно, представить сюда, но не надо. Ну ты его направляй. Как-то. Кого направляй? Да он нормально все, но у него все нормально. Это не, он не знает. Продолжить можно, наверное. Да подожди, дай я дочитаю, потом ты будешь продолжать что-то уже. Дай мне докончить. Мы вообще об одном говорим. Мы не об одном, мы говорим о душе. Ну ты же сам прерываешься. Подожди, стоп, дайте я... Давай, по теме, да. Мы не можем не видеть лица, не слышать голоса ненавидимых нами. Также должны относиться и к неразумным пожеланиям души. То есть ненавидеть их совершенною ненавистью. Словами. Слушайте, я толкование читаю. Кому не нравится, вы знаете, ну, записывайте за собой. Будем книги составлять. Словами, кто ненавидит душу свою в мире сем, показывает временность дела. Заповедь сия казалась убийственной и несообразную с любовью к жизни. Он смягчил ее прибавлением в мире сем. Я, говорит, не всегда повелеваю ненавидеть душу, но в этом мире неверном, отвращающейся ее, когда она предписывает тебе творить неподобное. Римлянам 1 глава 28 стих. Душа предлагает человеку творить неподобное. Понимаете, мы до чего дошли? Прибавляет и пользу, сохранит ее в жизнь вечную. Возненавидишь на время, а сохранишь живой навеки для жизни божественной. Кто это ободрствование? Кто любит быть на земле, тот не будет на небе. А кто избегает земного и мира сего, тот будет высоко и на небесах. И вот, пожалуйста, у нас сколько-то, раз, два, три, и вся молодежь убежала. Куда дроботы делись? Вот опять про душу здесь, видишь? То есть помышления души. Вот почему, я думаю, вопрос возник, вот когда я читал это место, сейчас слушал даже, там написано «душу». Вот что понимается под словом «душа»? Весь человек вот с его природой, либо это непосредственно его часть человека, как душа? Какую душу надо любить и какую можно возненавидеть? О какой душе идет речь? Вот ну, тут только о душе идет речь. Есть тело, есть душа, поэтому... Тело, оно как бы, знаешь, оно нейтрально. Вот душа как отнесется к телу, а у души дух есть. Есть дух гнилой, темный, злой дух есть. А есть пламенеющий, торжествующий Господу от Духа Святаго. От Духа Святаго. Только если ты крещен... И только если ты родился свыше. Понял? Вот так написано у Златоуста. Душа управляет телом. Душа управляет телом. Надо, чтобы душа управляла телом. Да. Но может стать так, что тело легко будет управлять. Ты видела мужиков там по 350 килограмм? Это просто какой... Я после этого... Я... Как что? Да у меня 100 килограмм, если ездить, то хорошо.
У меня немного. Я же еще и ростом нормальный. Я же не дитё какой. У меня еще и мышцы же остались. У меня же мышцы еще остались. Я же не один их жировой комок. Володя попросил, говорю, брат, ну ударь меня вот по животу, вот ударь. Он такой, я боюсь. Я говорю, ты думаешь, сейчас ударишь, у меня провалится до самого позвоночника, туда выйдет, да? Так ему это, так он меня не ударил. Побоялся. А у меня тут пресса плюс еще прослойка, как у тюленей. И все. Екатерина Голубева говорит, надо до поста себя взвесить. И в конце поста. Ой, я всегда так делаю. Кто так делает еще? Я всегда так делаю. И сколько сбросила? Я сейчас на гормонах же, как вырезали. Так, ладно, все тогда. Не надо. Не надо ничего. Все, все, давайте. Все, забыли, все, забыли. Забыли. Екатерина Голубева может говорить все, что захочет. Пускай там делает все, что хочет Екатерина Голубева. Давайте мы о душе. Мы о душе и говорим, что она управляет телом. А потом тело начинает душу управлять. Как сделать так, чтобы все-таки душа управляет? Дело все в том, когда тело начинает управлять душой, а она душа уже тоже перстная. Все. То есть перстные, говорится, перстная, это значит плотяная. Плотяная, это значит бесовская, человеческая. Сначала человеческая идет, потом бесовская. Человек сам без Духа Святого не может найти путь к Царству Небесному. Ничего не получается. Даже Есенин, гуляка, пропойца, и тот писал, душа грустит о небесах, она не здешних нив жилится. Он тоже там, и дух у него, дух бродяжий, ты все реже, реже. В каком году он писал? Когда ты это говоришь, говори мне, какой год написания его. Когда он был перед царицей до 17-го года, он писал что-то и так далее. Он, видать, в церковь ходил, потому что попробуй не пойди, там папа как даст по уху. Поэтому он ходил в церковь, его что-то касалось, березки тем более, вот это вот все. А когда он с большевиками связался, балбес, революционером решил стать. Да. Это на его душу напало просто страшным зверем. И он такое, такое начал писать. Вот это вот пропойца там что-то и так далее. Очень нравится эта блатота вся. Вот тюрьмы все переполнены. Там, когда в тюрьму заходили, там проповедовали, кормушку открывают. И там вот это Владимирский централ. У них больше ничего нету в душе. Вот. И вот они, и когда я начинаю говорить о Боге, я говорю, можно это вот выключить у вас? Они, конечно, ну-ка, раз выключили. И я начинаю говорить о Христе. И все, там кто-то играет, там что-то в шашки, там что-то разговаривает, раз затихли такие. А там два подошел, или один человек кормушки, остальные все уже ушки на макушке тоже. Я же говорю о том, почему он туда попал. Он бы мог не попасть. И почему я не здесь? Я тоже мог бы тут быть. Вера во Христа. Господь ищет тебя, ищет твою душу. Ты должен ее не черным силам отдать, а Богу. А как ее отдать? Как? Вот вопрос-то в чем? О, сюжетец где? Так он-то уже и признавал это. Он же под писал. Словом, под словом душа можно понимать и тело. Вот, например. Нет, нельзя. Бытие 46 глава 15. Никак, брат, ни... Всех душ сынов его и дочерей его 33. Бытие 46, 18. Иаков, так, значит, она родила их Иакову 16 душ. Далее, Бытие 46, 22. Всего 14 душ. Ну, то есть, Бытие 46, 25. Она родила их Иакову всего 7 душ. 26 стих. Всех душ, пришедших с Иакова в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен. Брат, сынок, чё, Иаков, брат, подожди, стой. 66 душ. Всё, брат, это подожди. Имеется в виду, что, что ты имеешь в виду? Ты что имеешь? Какой маразматизм ты имеешь в виду для людей? Кому ты ставишь этот вопрос? Я ничего понять не могу. Брат. Ну, я имею в виду то, что под словом душа понимается в определенном смысле и вообще весь человек просто вот как душа. Ну, да, здесь надо разобраться, да. Что имеется в виду, что, о какой душе идет речь. Вот именно. Душа живая. О душе как составляющей человека или просто о человеке, как вот, например, падшее человеческое естество, его душа. Вот вместе, что вот все, что его отводит. Брат, от Бога, я не знаю, как его... на спасение это повлияет. Ну вот она пришла, 16 родила, на спасение как повлияет, если там не будет тела. Вот одна душа летает,
тела там нет у этого Авраама. Что используется, что применяется слово душа, но оно применяется в отношении вот людей, которые... Знаешь, почему применяется слово душа? Почему? Потому что он любит их. Он любит их и называет их душа. И все. По любви к этим людям обращается. Он не называется... Всего было там 16 человек. А у него это от сердца, любящего сердца к этим людям, вот такое обращение. Ну, это у нас часто душа моя, мы говорим, душа моя. И вот это, когда начинается у нас кондак шестой, там после шестой, это перед шестой песни, там великий покаянный канон, там говорится, душа моя, что ты спишь? Душа. К кому обращение? Так, к душе или кому-то? Просто перечисление, не то, что вот не отношение к этим людям, а просто перечисление, как к душам. Вот столько-то это душ. Уже скорее литературный прием. Да, это литературный прием, однозначно. То здесь есть, применен душа, можно здесь понять всего человека, состоящего из духа, души и тела, можно, или из можно. Души и тела. Вот, значит, слово душа в определенных случаях в Священном Писании применяется в отношении всего человека, так или нет? А, ну это да, применяется. Иаков было 75 душ. Вот, но, я об этом сейчас. Но ты говоришь, может ли душа быть там без тела? Нет, это, я не говорю об этом. Я говорю, под такое. Словом душа можно понимать всего человека, когда мы говорим, вот столько-то душ было. То есть это значит не только, что конкретно душ отделенных от тела было, а что это было, речь шла о конкретных людях. Поэтому, скажи, ты, вот меня только всегда одно интересует в тебе, когда ты начинаешь вот тут. Скажи мне, что ты хочешь людям этим сказать? Я хочу... Не надо мне только вопрос свой задавать это. Ты сам скажи мне, что ты хочешь этим нам сказать? И я тогда тебе тут сделаю вывод. 12.25, вот мы читаем, Лука, Евангелие от Иоанна 12.25. Любящий душу свою погубит ее. Что имеется, что понимается по словам любящий душу? Что именно? Жизнь. Жизнь. Чье тело твое, свое тело, которое склонно к греху, там состоящие из души и дух и тела, или это конкретно душу вот как составляющую тело? О какой душе идет речь? Вот душу, там не написано тело, а душу непосредственно, любящий душу свою погубит ее. Или как это понимать, это местописание? Вот в толковании. Ну тут толкование же читаем мы. Ты не можешь слушать. Но нас слушай, сам читай толкование. Мы сейчас занимаемся для чего? Держи, для того, чтобы... Давай, читай сам толкование. Я вижу, когда я читаю, тебе не интересно. Сколько нам осталось? Да нисколько, ты уже все лимиты. Ты лимит. Давай, прочитай сам толкование. Без нас. Вот ты, я... Без нас. Да, без тебя прям прочитай и найди то, что надо нам. Но вот здесь мы что видим? Ну, что я вижу? Ибо если и сами вы не умрете, то для вас не будет никакой пользы. Да и всякий вообще человек, который любит настоящую жизнь и любит свою душу, опять свою душу, то есть исполняя ее неуместные пожелания, когда угождает ей больше, чем должно, и не презирает смерти, погубит ее. То есть... Настоящую жизнь, он тоже учитывается здесь, ложь, настоящая жизнь. Ну и говорится еще и о душе. О какой душе? А если телесные пожелания? Вот без души нету телесных пожеланий. Тело не может пожелать без души ничего. Оно животное, неразумное. Ну это так Сирин сказал, Ефрем. Ну, допустим, я... грех гордости, это какой? Грех души или грех тела? Тщеславие. Или, например... Тело... Тело, я же сказал, нейтрально, понимаешь, мы с тобой... Все, заканчиваем, Игорь, как всегда. Почему ты так не отпускаешь мою душу? Тело – это отдельно. Тело – это вообще все отдельно, оно нейтрально. Как богатство, как золото, оно нейтрально. Куда ты его употребишь, то и будет. Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Брат Игорь, помолись. Господи, все. Молодец. Благодарю тебя, Господи, за эти занятия. Господи. Вразуми нас, Господи, в понимании Слова Твоего. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, ладно, спасибо.